Друзья мои, всем здорово. Ну чё, короче, без комментариев у меня не получается. Поняли, сделаю нарезку. Короче, в нашем с вами магазине есть множество всякого вот такого вот ненужного барахла. Это называются сервизы. Чайные, кофейные, как хотите. Можете как хотите называть. Нам без разницы, друзья мои. Есть вот такие вот хрустальные позиции товара, которые вы также можете выбрать и, собственно, приобрести. Идемте далее. Друзья мои, здесь тоже есть небольшое количество таких же всяческих сервизов, поэтому вы, каждый из вас может действительно зайти на любой из наших роликов, где указано чисто сервизы, там посмотреть, не обязательно шуровать к нам в магазин для того, чтобы что, чтобы просто посмотреть. Там посмотрели на ролики, здесь поняли, что к чему, и пришли, забрали. Поняли? Сейчас я ничего не понял, но, короче, будет дальше интересно. Идемте дальше. Светлана, так а я что-то не понял. Вы вроде как заказывали шары, которые скинули на Вайбер. Я тут все перерыл. В этом чемодане таких шаров нету. С чего вы взяли, что они здесь есть? Вы же были в прошлый раз и смотрели, этих шаров уже не было. А я ж думал, они были. Гляди, пишу вам, хорошо, все отложу. Начинаю откладывать, а откладывать и нечего. Поняли? Ну, так вот. Так что придете в субботу, если найдете что-то, я не знаю, ну как бы ваши, поняли? Они сейчас вообще никому не нужны, поэтому мы тут их под пресс положим и все так, и выметим с магазина, поняли? Все, далее. А что такое? Принтер нужен? Лазерный, цветной, полностью МФУха, все максимально гламурно, красиво. Если надо, 12К, чисто мы так захотели. Поняли? Бля, тут тоже открывается что-то. И там открывается, и тут, везде. Он какой-то вообще как трансформер, что ли. Я не знаю. Ну, интересный. Надо, пришли, забрали. Вот такие дела. Работаем. Бля, массажер такой для спины, полностью с валиком. Здесь вот это, оно крутится по позвоночнику. Короче, разминает вам все эти участки тела. Со всех сторон, если у вас пролежни на жопе, вы можете крутить, вот так вот вертеть все с помощью этого очаровательного массажера. Да, друзья, а он новый, я вам его за 3К отдаю, но это не от того, что мне так захотелось, а от того, что мы идем навстречу. И по такой цене, конечно же, вам предлагаем. Самая мизерная цена в 2021 году, друзья. А разбирай, если кому надо. Кстати, если кому-то дорого. Взяли, короче, сели, потренировались бесплатно. Все, зачем вам его покупать, поняли? Так вот. Друзья мои, ну что, погиб цветок полностью. Видите, он подзамерз. Может, кому-то надо, поняли? Чисто дрозофила. Что? А не знаю, что это за цветы, короче. Поняли, я вам их, если хотите, на чисто вот так вот, с горшком, дайте там 300 рублей, поняли? А что, земля ничего не стоит? Забирайте, реанимируйте, а потом фотки скидывайте, как он у вас цветет и пахнет, поняли? Все. Ля, шел, тарелку нашел, кому надо, она одна, короче, такая, вся бушная, замызганная. А я бы не сказал бы, ля, какая-то она интересная. Что там? Ну, если хотите, я вам чисто вот так вот, по-нашему. На них раньше, короче, цветы в горшках стояли, чтобы вода стекала не на наш ламинат, а в эту кастрюлю, короче, поняли? Если хотите, я вам ее чисто вот так вот, 20 рублей, она ваша. Пожалуйста, все для вас, друзья. А что, антенна надо? Все, пятихатка. Ушла, короче, она там, короче, со всех сторон крутится, вертится. Потом вы настраиваете децибелы, там все дела, пробелы. Все на максималке. Максимально. А что, нормально? Надо? Ну, забирайте. Да, друзья, я же говорю, все кофейно-чайные сервизы могут быть абсолютно вашими. Ля, и тут, и тут. И дальше могу пройтись, и вот здесь показать. Видали? Ля, сколько и там, и здесь, и вот здесь. И вот эта вся хрустальная тема. Все это может быть вашим, если вы притащите свою задницу в наш с вами магазин и приобретете это все. Поняли? Также можно приобрести со скидкой.
А вот какая интересная композиция. Давно здесь стоит. По такой цене, скорее всего, никто не захочет это приобретать. Ну ничего, ничего. Подождем. Ну а чё, книги тоже хорошие. Со всех сторон, причем гля. Здесь вообще, мы вот налепили вот эту штуку. И кто-то берет и просто тянет через нее, ля. Уже порвали здесь, поняли? Ну что за люди? Что нельзя просто взять, сдвинуть, сделать себе дорожку и аккуратно доставать.